Алексей, Алексей, здравствуйте. 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 Пару вопросов буквально к вам. Мы сейчас снимаем репортаж о качестве медицинского обслуживания в Дзержинске. Вот что можете сказать? Вот как относится к людям, вообще как все происходит? А идемте вот в Сибирь. Да, 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 да. Да, конечно. Тем я иду. Вот. Да, очень будет интересно послушать. Что сказали? Очень будет интересно послушать, если у вас есть что нам рассказать, мы с удовольствием, потому что очень важно для нас. А вот как раз к слову, значит, что я хочу сказать. Я буквально вот в отпуске, но мне во время отпуска заставила такая причина идти сюда, в поликлинику. Вот, обратиться к врачу, так как у меня кое-что произошло со здоровьем. Вот, и пришлось мне обратиться в поликлинику. Ну, что скажу. Вот меня буквально, конечно, выписали. Уже с больничного. Я на больничном был как неделю. Вот. А что произошло за это время? У меня, значит, анализы показали такие, как УЗИ и гастроскопия. То, что у меня хронический гастрит и камни в желчном пузыре. Это я все прошел, все анализы сдал буквально. И вот буквально вчера на приеме у врача был, так скажем, который мне выписывал больничный лист. С заключением этого подошла к такому концу. То, что у меня все нормально, больше меня она не имеет, как сказать, права содержать на больничном листе. Вот. И выписал меня, толком не объяснив ничего по-хорошему, так как сказал, что желчный пузырь, если будут какие-то обострения кто-то или приступы, то вызывайте скорую помощь. Ну, вообще вы не шли за направление. Меня это не устроит, конечно. Потому что основания для госпитализации... Сейчас у меня до сих пор продолжаются вот эти боли. И плюс еще у меня сейчас поясница дает знать, это радикулит. Вот. Сейчас я хочу, конечно, по новой зайти в предврачебный кабинет, и чтобы дали направление. Какому врачу мне дадут, не знаю, с радикулитом, с этим, остеохондрозом. Но я перед этим не остановлюсь. Я еще пойду к главному врачу терапевтического отделения и расскажу ей то, что... В конце концов, со мной так обошлись, неправильно поступили. Вот и все. Я от своих дел не отстану и буду дальше свои права. Мы поддерживаем вас, тем более, что это не первый случай. Дзержинцы жалуются на обслуживание. Ну, пойдемте, тоже будет интересно выяснить. Ну, ладно, тогда пойдемте. Врачи, собственно говоря,
2 числа? А сейчас ничего нет? А как быть? На прием кому? Ну, когда мне? Тогда мне на прием попасть к какому врачу тогда? В 11? Больничный номер? Так это больничный лист. Да, больничный лист, вот. С 20.04.2017 года. Вот. По 27.04 вот был. Всего, короче, ну так скажем, неделю. Вот был. Вот. И она не могла больше меня, так скажем, вот, вот сегодня, значит, эти анализы, так скажем. Это я проходил ПГДС, вот, острый гастрит, вот он, острый гастрит, вот, острый гастрит. Вот. А это у меня, значит, это заключение УЗИ. Заключение УЗИ, да. Вот у меня камни. Вот камни, вот, в желчном пузыре, вот их видно прямо, в желчном пузыре камни. Вот. Меня должны были направить, вот тут коротко и ясно сказано, что консультация гастроэнтеролога, меня должна она была перенаправить к гастроэнтерологу. Она, наверное, даже не прочитала, не досужилась прочитать даже, что здесь написано, консультация гастроэнтеролога. Вот, и все. Это она не осуществила, вот, ссылаясь на то, что у меня ничего пока такого, значится, острых приступов нету. Нету такого, чтобы меня держать на больничном. Но только сказала то, что я, если что будет плохо, хуже, боли какие будут, или приступы. До приступа, значит, мне надо до приступа дойти, вот, и потом, значит, это. Даже без приступа лечить неинтересно. Скорую помощь. От боли. Сейчас прямо это сказано. Да, вот у меня направление уже. Здесь. Или каждый день ходить? Без очереди. Нет, а тогда вот идите направо, там будет эта дверь, вот направо туда до стены, и там есть эти... Экстренные, да? Да, вам скажут. Открой. Серега. Вот это что ли, да? Угу. Где вы говорите? Вот это? Ну, последний. Да. Вот это? Да, да, да. Вот включите, они вот вам откроют. Есть, а там не открыта дверь? Нет, там закрыта. Вот. Да, ну, тогда вот здесь спросите. Девушки. Здравствуйте, я, наверное, вас прерываю, нет? Чего хотите? Мне вот направили срочно с этим делом. Я, наверное, вас прервал, да? Так, бахил есть? Нет. Так, а сейчас вот сюда вот зайдите. Вот здесь вот держите.
Так куда вы? А что здесь народ как мне? Ну, конечно, я болели обезболивающим. Вот. Все. Все. Пошли. А теперь идем в больничный получать. А где расписываться я? Право внизу. Ага, все, все. Спасибо. Ну что, Алексей, прошло практически 2 часа вот этих хождений по мукам. Да. Что вообще можете сказать? Ну что скажу, терапевт терапевту рознь. Вот сейчас вот буквально меня женщина выслушала по-хорошему в предврачебном кабинете, вошла в мое положение, обусловно, так скажем, меня обследовала, вот, и что, опять меня, значит, на больничный, так скажем, поставила меня на больничный режим. Вот. Теперь будем лечиться, как положено. Все. Спасибо. Есть еще такие добропорядочные люди, специалисты, терапевты, так скажем, врачи, которые входят пациентов в положение. Они такие, которые меня взять за 2 счета и выкинуть с больничного. Я имею в виду предупреждение. Держимся. Я хочу вот сказать обусловлено то, что приходя к какому-либо врачу на прием, не глядите, какой он с виду, глядите его душу, и тогда будет понятен вам человек, специалист он или нет. Вот и все. Все правильно. И главное добиваться своего, не останавливаться ни перед чем. Чего я так и сделал. Все Всем правильно. Привет!